В Радуге живут дети от 3 до 18 лет, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Гости приехали с подарками. Футболисты ребятам привезли летнюю обувь и сладкие подарки. Мы каждый год команды с радостью, с большим удовольствием навещаем их, общаемся с детьми. Вот нам есть чем им что-то рассказать, им они с удовольствием рассказывают нам. То есть общение, впечатление, наверное, какую-то частичку внимания хочется уделить этим детям. Такие встречи для ребят очень много значат, они стимулируют, ребята стараются заниматься больше спортом, по утрам делают зарядку, на адреналин ходят, разные спортивные мероприятия у нас устраиваются здесь. Очень нравятся такие встречи, они полезные. Ребята с удовольствием показали спортсменам свои спальные комнаты, актовый зал и игровые площадки. Много вопросов было о мировом футбольном чемпионате. Мы приходим, общаемся с детишками, для нас это уже традиция. Мы с ними общаемся, они задают очень много вопросов про футбол. Порадовало гостей, что ребятам интересен этот вид спорта. Марина Антуганова, Юлия Пак, «Наше время».